В областном центре задержан подозреваемый в разбойном нападении на магазин. Подозреваемый спрятал в карманах куртки несколько бутылок с горячительными напитками и направился к выходу. Когда его попытался задержать сотрудник магазина, он начал размахивать ножом перед лицом продавца, требовать, чтобы к нему никто не приближался, и угрожать расправой. Один из покупателей оказал помощь работнику точки, вместе они обезоружили нападавшего и удерживали его до приезда оперативников. Теперь задержанному рецидивисту грозит до 10 лет лишения свободы.